Давно не виделись. Что же, пока в One Piece все, конечно, скучно. Арбы копятся медленно, да и я пару ивентов, на пару ивентов забил. Тут Дори Бори в итоге не было никаких дешевых витрин, да и насрать на этих персов. Сори. Юта мне больше интересует. Она скоро заканчивается. Что-то у меня это кашель. Ужас какой. Короче, вот Ута. Я думаю, как Уту крутануть два раза и насрать. Потому что, блин, тут такая ситуация, что либо копить очень много, прям очень много, но если не надеяться на удачу, и открывать что-то стоящее, да, новый экстрим, старый экстрим, либо ничего. Накопить тут очень сложно, очень нудно, скучно. Да, конечно, у меня было бы, может быть, уже за 800, если бы я там каждый день выполнял делики, да, ивенты не пропустил пару. Но что-то насрать. Вот так вам скажу, мне насрать. Тут есть витрина дешевая, кстати. Жаль, что не хитрожопая, конечно. Витрина довольно прикольная, особенно для новичков. Да и к тому же я бы хотел иметь вот этого парня, не помню, как его зовут. Ходи Джонс. Вот его бы я хотел, он прикольный. Арлонга, правда, у меня нет. Я, кстати, не знаю, есть ли вообще Арлонг какой-то интересный тут. Но тут самое интересное, только тупо Санджи качнуть. Чтобы можно было играть. И он самый тут играбельный в целом. Санджи-то у меня есть одна копия. В целом, я думаю, ее крутануть. Тут всего-то, да, 90, считай, соточку сюда и соточку туда вбить. 500 у нас останется. И дальше вновь копить на какой-то интересный, на интересную витрину. Я так понимаю, все равно не будет каких-то дешевых витрин. Да, тут есть пацифиста. Ну, вот эти квадробоберы. И довольно интересно, тут есть все новые Дори и Бори. Довольно заманчивая витрина. Но я так глянул, что-то особо не падает с этой витрины никому. Поэтому я не знаю. Тем более 50-ку стоит. Ну, можно сюда лить соточку вместо Ута. Но Ута мне более интересная. Тут просто персы, а много других персов, да? Новеньких. А там только Ута. Ну, и всех вот так посмотрел, мне кажется, Ута самая играбельная. Все они, ну, так себе. Так себе, если только Дори какого-нибудь. ХЗ. Но сначала давайте эту крутанем. Давно не крутили. Прям лепота. По 20, по 30, 40 еще и гарантированно. Но разве это не замечательно? Хоть и, конечно, это в основном для новичков. Ну, я люблю ловить гаранты. Тем более дешевые. Сколько я ждал? Месяц этой витрины. Давай мне сразу Санджи, и можно не крутить. Нет. Но я не против. Недавно я получил же ее, по-моему, с бесплатки. За ивент. Увы. Опа! Новый дефер. Это кто? Нифига себе. Прикольно. Мегалан. Ну, явно им никто не играет, но прикольно. Перс самый интересный. Последний раз я за него играл в One Piece Pirate Warriors 3. Окей. Вообще какие-то старые прям персы упали. Никакого Санджи. Никакого. Знаете, как я, наверное, даже сразу крутану, чтобы потом завершить гарантами. Не знаю, ребят. Не знаю. Хочется Уту. Уту за 40 это было бы супер замечательно. Уту за 40 это было бы мега круто. Я давно не крутил, но нет. Нет, конечно. Пошел нахер. Еще захотел. Не крутил тут. Крутанул 20, сразу перешел. И на тебе Уту. Угу. Никакой Уты. Абсолютно. Пустой слот. Увы. Ну, говорю, Ута мне интереснее, чем те динозавры, квадробоберы.
Поэтому я еще раз финальный 40 и буду дальше копить. Я понял. Я игру понял. Блин, пустые. Ну что, я давно не крутил. Игра, короче, не раздает, да, вот так это. Типа, копи много и открывай много. По-другому она тебе никак не даст. Я понял тебя, игра. Ну давай финальная 30. Так же быть. Финальный 30, господи, финальный 40, и все. Я понял. Это прикол, да? А может, она как это, под за 200? Да, интересно, я попробовал сегодня. Нормальный денег это профукал. Прикольно. Прикольная игра. Можно было дальше не играть в нее. Это прикольно. Это мне нравится. Это я рад. Никаких ут. Может, хоть Санжи даст. Так, ну это новый атакер. Кто это? Не понял, у меня же Дрейк есть. Такого Дрейка нету? Ну ладно, теперь у меня все Дрейки есть. Кобик очнулся. Буду за Коби играть. Да. Причем никто из этой витрины не упал. Из основных. Никто. Так, ну тут давайте мне. Санджи и Ходика. Окей. Мы с вами договорились, тут должно быть два. Мне нравится, что черный там этот флаг был. Даже эта витрина меня обманула. Игра мне говорит, ты че, крутишь? Ну-ка сиди давай, не упендривайся. Зашел тут крутить. Прикольная витрина, конечно. Так. Дай мне уту. Блять, не та витрина. Я ебал. Все, ребят. Сори за мат. Я не то крутанул. Слишком много. Как так потратить? Так потратить эти арбы. Ё-моё, все впустую. Ну это гениальный мув, конечно. Это гениально. А вы знаете, кто-нибудь другой бы расстроился, а я сижу. Мне так насрать, блядь, ну насрали тут этими утами, они все одинаковые. Мне так насрать на самом деле на эту игру. Копить по 2000, по 3000, ловить какие-то. Игра и так шляпно, играть невозможно в этот онлайн. Поэтому вообще насрать. Но сегодня прям игра день невезения. Я спокоен. Дайте мне уту. Я что, многого прошу? Чего одни черные флаги? Сегодня вообще ничего не падает. Блин, как так я игру, ну, долго не крутишь? Должна тебе что-то давать. А тут... Так. Пожалуйста. 32. Пожалуйста, золотая надпись. Ну, хоть чем-то порадуй. Заебал ты меня своими черными. Да. Это же не она, да? Да, вот его-то я и хотел. Я понял, ребят. Мне игра не даст. Мне игра ничего не дала. Она мне не даст, она мне дала Луфи. Как же она меня забайтила. Жестко. Я просто прошу дать уту. Одну уту дать. Что, я много просил? Понятно.
Ну ладно. Как видите, не уто, никто мне не упал. Буду сидеть копить дальше. Последние 40 вобью. И все. Красно. Хоть золотая надпись. Да иди ты, конечно. Ни одной, по-моему, сегодня золотой надписи не было. Эх. А чай перцев супер старых дают. Но вот такой вот я везучий. Ребята, 400 потратил, ничего не получил. Может, еще и 40 убил непонятно куда. Можете писать, говорить, как так тратить, да куда ты. А мне насрать, честно. Игра настолько каловой стала, настолько неинтересно в нее играть, ни волна никуда, что вот это вот копить. Типа 700, сиди, жди. Месяц просто тухлятина, ничего не происходит. Сиди, жди, перцев непонятно каких добавляют. Добавить новый экстрим, нет у тебя гаранта. Сиди просто и мучайся. Дальше играй. А с этими шанксами, с этими, ну, никакого интереса нет в этой игре. Я не знаю, зачем играть в нее дальше. Чисто вот так поугарали, покрутили и даже как-то насрать, если честно. Как-то так. Увидимся.